Костя, привет! Ты с кем там разговариваешь? Я, Я здесь. с блюдом. С блюдом? Ну, Слушай, ну. очень красиво. А что это такое? Это соль? Соль. На соли подается... Блюдо же подогревается. У нас сегодня горячая закуска из мидии. Да ты что? Да. Вот. И рагу мы как раз положим сюда форма подачи, ага. а, а соль, блюдо же нагревается обычно, когда ну, теплое должно быть, да? по легенде всегда блюдо нагревает, uh -huh. чтобы туда что-то uh -huh. класть, значит уже теплое блюдо, uh -huh. вот, и соль тоже нагревается, и а, мы будем сюда выкладывать мидии запеченные моцареллы. естественно, так как соль уже нагрелась, вот, то она будет держать вот это тепло долго, как камень держит тепло, да? То есть соль тоже соль морская обычная соль. На, на соль. Можно я, вам случаем, на память. случаем случаем воспользуюсь Видите, как я незаметно выведал у него рецепт блюда. Хорошая идея. Мы сегодня будем готовить рагу из мидий. Нет, ну, из разных видов. Из есть, разных да, видов, вот да? Я приготовил. Ага. Есть мидии простые, которые все знают. Ага. Э, вот такие вот малюсенькие. Вот. Есть мидии бушо. Подожди, а мы будем готовить рагу? И еще что-то ты говорил про Моцареллу, что-то такое. Ну, мы вот как раз рагу мы сделаем и в середину нашу в рыбку. Вот, вот, ага. вот, вот, вот сюда вот. Ты приготовился тарелку-то. У тебя есть тарелка? Да, конечно. У меня две тарелки а У нас тарелка глубокая, тебе понадобится. Ну, у меня есть много очень мисок, всяких различных, Кастрюль, Ну, я столько не а... сделаю это. Давай к, к, к рецепту. То есть мы наши мидии вот таким образом вот здесь вот положим на соль. Вот так они так. будут вокруг, так. запеченные с моцареллой. А, -а, а, еще будут мидии запеченные да, с причем моцареллой. почему они, видишь? Кстати, вот некоторые говорят, я люблю Подожди, оранжевый. Давай я тогда люблю поправлюсь биво. перед телезрителями. Да. Итак, мы сегодня будем готовить рагу из разных видов мидии, а также мидии, запеченные под сыром моцарелла. И теперь вопросы возникают. Я, говорит, не люблю оранжевых, я люблю таких вот. Да, да, это да. Это да, икра. Да. То есть все в порядке. То есть у мидии Просто тоже бывает икра. Икра, конечно, у миди они. В принципе, мидии это фильтр моря. То есть, ну, как такое, через них они через uh -huh. себя пропускают морскую воду. И сразу я хотел показать, что получается у нас, если мы рассмотрим близко миди, uh -huh. она держится на ножке. Сидит. День посвящен миди, и мы снимаем ее вот таким образом с ножки. Легко снялась? Да, легко. Похоже снялась. На ухо стала. На ухо. А, она похожа у нее разные бывают <свят> виды. Я скажу, да. Я... <свят> Давайте так оставим. Вот. Так что ухо, так ухо. Вот. Остается ножка. Так. Она нам нужна, нет? Нет, не нужна. Это ножка совершенно. Мы ее это мускул, как я понимаю. Мускул, да, да который э, с, другая часть ножки, она держит другую. Угу. Э, эту вот, закрывается, есть расслабляется, миди открывается, полундра, все, Понятно. закрылось. Э, так вот, э, но это еще не все, потому что миди э, питается на морском дне угу. различными водорослями угу. и все остальное. Вы помните, как-то мы очищали кишечник у креветочки, чистили, у креветочки да? да? да. А теперь я хочу э, посеять зерно. Меня сейчас многие будут, может быть, ненавидеть, но, может быть, я, я, мы вскрываем да, наши да. все достатки и недостатки. Вот это вот мы ее живот. О -о -о. Дмитрий, вот это вот э, то, что вы думаете. Угу. Да. Мозги. Нет, к сожалению, противопол ровно противоположные, значит, мозгам. Вот, то есть это ее желудок, mm -hmm. это, скажем, морская тина, переработанные какие-то кусочки, остатки пищи. Вот это касается мидии, вот этот. Вот. Поэтому, это не, конечно, это несъедобно в больших количествах. Если в маленьких количествах, то мы сойдем с ума. То есть, ну, в принципе, безусловно. в маленьких количествах это не... не будете очищать, нет? Ну, я не знаю, все едят, и едят даже в дорогих, я видел, в отелях, подают вот так, даже не снимая ножку. Хотя ножка, это несъедобно, uh -huh, uh -huh. вот, это тоже, как мы, в принципе, предположили с вами, да, тоже, тоже несъедобно, но, тем не менее, это едят. Слушай, ну это средиземноморское блюдо, вот как... Ну, какое Средиземноморское? Конечно, это морское блюдо скорее, mm -hmm. не, не Средиземноморское, потому что вот эти вот ребята, они с Новой Зеландии. Вот эти вот огромные миди, они так и называются. Зеленые э, миди киви еще. Название mm -hmm. их, как mm -hmm. вот, От по цвета, э, фру... да, цвет киви. Поэтому они очень красивые. И мы будем э, даже их вот врагу я использую. Враг, также. Врагу ты их используешь. Использую ракушки, я использую их врагу. А что? В я что-то не так сказал? Вы придираетесь, как всегда, к словам. Вы... Ну, мы сейчас должны почистить. Налейте, пожалуйста, мне воды, чтобы я мог промывать. Вот в этот тазик пойдет, Мидии. да? И мы их сейчас э, быстро с вами э, тогда таким образом и обработаем еще раз. Вы как, вдоль на поработать? Я обязательно, конечно. Вы вдоль на поработать, Дима? Давайте. Ну, значит, вы отделяйте и подкидывайте мне. Я буду обрезать им живот, а потом мы их все обмоем. Вот так это делается. То есть должна на кухне всегда делаться одна операция. Ну, давайте уже. Что же вы? А ножки эти отделять, мускулы? Ножки нужно отделять, да, конечно. Только лучше сделать это не на весу. Вот запомните, смотрите, первая ошибка. Он взял и на весу что-то делал. Ставишь так, и, и отрезаешь. Это... Да, конечно. Вот. Прекрасно. А куда мусор? Мусор вот пока сюда, вот здесь вот у нас мусор. Вот, вот таким вот образом. Так что, ну, а вы говорите, делайте и ведите, я же этим занимаюсь. Ничего страшного, Еще... что я оставил чуть-чуть. Ничего тут. страшного, что я здесь стою, да? Ничего страшного, вот это вот. Ну, ничего страшного, мы... ничего страшного. А вот э, мидии с икрой, как с ними поступают? Их тоже употребляют? А чего их и не употреблять? Ну, я не знаю, пока что ученые не доказали, что меди с икрой вредны. Но я думаю, что если хорошему ученому с именем подплатить чуть-чуть, он а скажет. давай еще немножко о рагу поговорим. Рагу, я так понимаю, это, это может быть из всего, и овощное, и мясное, и рыбное. Ну, рагу это что-то протушенное, скажем. Давай так, рагу может быть из чего угодно. Да. Угу. Это что-то протушенное в каком-то определенном в бульоне. Вы не кидайте вот сюда вот к этим... Я здесь скрываю вот этот вот мешок, желудок, пищевод. Mm -hmm. вот. С овощами, с, с мясом. Так, это мы выкидываем. А где мы выкидываем? А вы забрали эту миску? Я, спросил... Я вам ее отдал. Ах, Дима, Начинается. Дима, что мне с вами делать? Итак, Вас друзья... Сразу... Да, друзья, мы сейчас заняты тем, что очищаем миди для нашего Рагу. Причем я так понимаю, что у нас все миди будут врагу участвовать или только вот вот эти два вида бушо Нет, и все у нас все миди участвуют врагу, а еще мы э, по -по запекаем с вами вот эти э, гигантские, гигантские миди, мы еще и запечем. А это самые большие миди, от... которые существуют, да размеры. Не могу сказать честно, вот я пока знаю из миди вот эти вот. Больше меди, я имею в виду размером, не видел, я да. не видел. Поэтому гигант, гигантские. Но неважно. Все вот. очищают, кости. Ну оставь, нам хватит, в принципе. Хватит, да? Давай теперь вот э, с, таки, с этими мидиями тоже мы разберемся. Также по ракушке сюда. Сюда? Да. Ну мы их потом достанем, если нам надо. Вот эти миди. А что ты так? А что? А просто... я вот могу сейчас сразу поздороваться, даже не мою руки. Представляешь, как удобно? А что, как эти мидии чистить? Давай покажи мне. Mm -hmm. Я сейчас что-нибудь неправильно сделаю. Открываем. Как? Давай я просто сам. Ну давай, здесь, давай. Открываем. Давай. открываем. открываем. Они я уже... не хочу ломать. А что ты не хочешь Ну я же хочу оставить это. Или... А, а зачем? мы не будем это использовать? Мы снимаем, здесь тоже такая же ножка. Всё, все все мидии одинаковые по а своему А это уже устройству. не нужно, я правильно понимаю? И виду тоже. Да. Вот. А, соответственно... Вот этого не нужно уже. Ну, мы можем, я говорю о том, Мне что... Мне нравится, это красиво. Это вот в том-то все и дело, что поэтому и в них все-таки остался морской в этих ракушках, остался... So. В, в, нет, сока никакого, so. в ракушках нет. В камне не может быть сока, вот, а это где-то раковина, понимаете, uh -huh. считайте камень, вот, керамика. Давай я выберу самые красивые на свой взгляд, и мы их тоже, да, украсим. Дим, можно я закончу? Да. Штуку? Так вот, очень они очень красиво смотрятся врагу, поэтому мы парочку с тобой красивых вот такую, конечно, не положим, потому что она уже, видишь, ломаная, uh -huh. вот. А вот такую вот, скажем, вот такую, да, почему да, бы ее да. не положить? И я даже обжариваю ее на масле сначала. Давай красивый сразу откладывай, вот. И э, тогда масло забирает вот вкус вот этого моря, которое остается все-таки вот вкус, потому что они сколько растут. <связывая> вот вкус остается, поэтому естественно масло заберет весь вкус моря и э, ну, вот. и блюдо будет вкуснее. <связывая> Вот так что вот таким вот образом. Так значит вот сейчас первоначальный этап мы их очищаем просто потом будем их э, тушить сразу. А я слышал, что их жаряют. Нет, а, я слышал. Ты не слышал? Ты читал в рецепте, который эти Нет, перед, перед, не ты читал читаешь? я Рецепт очень плохо, что ты не читаешь рецепты перед передачей. Что я тебе могу сказать? Вот, я тебя прошу каждый раз, Дима, изучить рецепты, и каждый я раз. Я выбрасываю, ты, это лишнее. Ты да? бегаешь по своим миссия, э, этим э, утренникам детским, играешь. В шсофле, Константин, Хизбур, Константин, Суков, давай, э, вот, кого то там еще играешь. Ну, Вы все выбрасывай. не надо, но ну, оставь немножко для ну, антуража. Понимаешь, как это? вот, Для антуража. Зачем ты забрал мой нож удобный? Забери свой, который ты взял. Ну, я им отрезаю, я другую операцию им делаю. Вот. Значит. Давай сразу я отложу нам для запекания. Сколько, сколько отложить для запекания? Ну, как можно больше. Почему ты так считаешь? Потому что я буду есть. А вот смотри. Смотрю, мидия. Открой ее. Вот попалась такая мидия у нас. А там ничего нет, она пустая. Как это? Нет? Нет. Ну вот мидия. Ага. Хорошо, все она, кстати, очень хорошенькая, посмотри какая Красивая. лапочка. А вот давай одну, может, не снимем, а ну, просто для эксперимента. Я оставь себе возьми. Так, ну все, я думаю, достаточно. Но. Вот я все-таки по поводу вот этого. Это можно и не делать. Я видел э, людей и сам, честно скажу, я и при всех я сделаю, чтобы никто не думал. Сырую мидию сейчас взял в рот. А не сырая. А, куплена. она вареное мороженое. То есть, это сейчас не, не сырые мидии мы чистим. Мы не сырые мидии чистим. То есть для начала мы взяли уже вареное мороженое мидии. Ну, потому что мы где находимся? Давай я поселю тебе мысль: мы находимся в, в России. А, Медии называются новозеландские вот эти вот. Угу, да? Угу, вот эти угу, зеленые угу, новозеландские. Угу. Вот мидии ты вылавливаешь, и их нужно употребить. До вечера. Вопрос. Так. Сколько будет стоить миди, если ее выловить утром в Новой Зеландии, а съесть вечером в России? А, то есть на следующий день миди уже есть нельзя, сырые, да? Ну хорошо, но пусть они это будут морожены. А могут они быть просто мороженые? Сразу выловили и заморозили. Вот. Сразу выловили и заморозили. Такие миди есть, но тогда разрушается структура, потому что миди имеет очень нежное мясо. И, соответственно, раз он разрушает мясо, потом они вот так расползаются, если Поэтому что делают? И потом они же закрыты, а раскрываются они только когда в горячую воду попадают. Да. А теперь тебе нужно вот таких вот камней закрытых, которые не раскроются. Они уже не раскроются. Они а -а -а, так и сварятся, понимаешь? Уже. Да, угу. им уже хана, понимаешь. То есть потом тебе нужно будет, как грецкий орех, еще и колоть. Это доставать оттуда. Поэтому что делать? Мидии выращивают на фермах. Они, во-первых, выращивают mm -hmm. вокруг mm -hmm. столбов mm -hmm. таких, вот они прилепляются там. Ну да, 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 вот. Да, да. Их выращивают. И затем а, а, отваривают и замораживают. Шокофростер минус 40 сразу же... И затем можно уже продать. Итак. Друзья, для нашего рагу из мидии мы взяли мидии трех видов. Новозеландские, гигантские мидии, самые крупные мидии бушо, а также обыкновенные маленькие мидии. У мидии бушо и миди Давайте сразу поправлюсь. Мы взяли замороженные, уже вареные мидии. Варено-замороженные. Варено-замороженные мидии. Сначала Булхан, сварили, потом заморозили. Итак, для гигантских мидий, что мы с ними делаем? А, с, а отрываем от мускула, от а, ножки. далее а, обрезаем желудочек, удаляем все лишнее. то то же самое делаем с Бушо. Это грязно там. у тебя сегодня. У меня не грязно. На кухне я протру тут все. Дим, не ты протри, а ты мне принеси, я протру. Давай резиновый коврик. О, хорошо. Мои, мои слова возымели действие. Он стал думать о гигиене. Наконец-то. Так, это мы протрем. И вот сюда мы наших миди. Угу. А, мы их сейчас будем запекать. Да. Ну, вот тоже, смотри, мы будем сверху Моцареллу пока принеси давай. мне. И травы там должны быть средиземноморские. Я уже все определяю. Давай, давай, давай. Во давай. мне уже Твоя... зарождается зерно. Смотри, что я делаю. Зерно ты никого это не интересует. Это. Вот смотри: Чтобы а сыр потечет, и мы не знаем, как сыр поведет себя в этой раковине. Да, вот куда его? Там где-то больше, где-то меньше. Да? Вот. Поэтому, чтобы на всякий случай мы подстраховываемся, да, можно было насыпать сюда соль и запекать на соли, что mm -hmm. некоторые делают. У меня там, в ресторане стоит, допустим, специальный противень с солью, куда всегда, там, миди сколько, там, порция, там, раз он 6 штук. И всегда ну, то есть пользуемся угу, солью сейчас небы. Угу, угу. Вот здесь э, смысла я не вижу, э, как бы каждый раз иметь соль, э, целую пачку соли использовать, ну, если ты пришел готовить. Конечно. Вот, то поэтому можно вот ну, от ракушек, приемчик, да, да, приемчик такой вот. Так Мы для этого, о, для этого о и сыре. передача. Вот если, например, у меня нет моцареллы дома, что я могу использовать? Любой другой сыр, который плавкий, угу. скажем. <сёзд> то есть mm -hmm. это мы можем взять, я боюсь называть сейчас непонятно какие что бренды, ну, но есть плавленый да. сыр, например. Ты можешь и его использовать. Понятно, ты можешь использовать понятно. нарезанный какие-то, а, знаешь, уже нарезанный сыр, тоненько нарезанный, mm -hmm. то, чтобы не мучиться, не ну, такие, отрезать да. дома, допустим, бывает трудно отрезать. Есть тоненько нарезанный сыр, он прокладочки про 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 у него, эти такие вот... Бумажненькие. Или там полиэтиленовые. И вот мы вот, под каждую мидию... Сколько, угу. нам 6 Слушай, кусочков а ты надо. ничего с ней не делаешь? Не солишь, не перчишь? Ну, во-первых, она уже в морской воде была, я представляю. Я стараюсь не солить, потому что смысл, э, вкус мидии, э, соль может испортить. Э, потому что мы не знаем, как э, это вообще неизвестно. Может быть, э, травки для Нет. нее? Травка как раз а, для нее. все. И вот как раз э, она это средиземноморские травы. А ты показывал мне прием еще, когда траву можно немножко пожать, а я ее нажимаю. И да. ты нажимаешь, а я же, на нее да? нажимаю, чтобы поменьше сказать. сыпать, чтобы ага. поменьше сыпать. Нет, если вам не нравится совсем вот это вот, как это мы, мы говорим трава, то вы можете сделать и таким образом. Он снимает перчатки. Да, снять перчатки. Тогда вы можете снять перчатки. Знаешь, как это? Я умываю руки. Я, да смыв... я... я снимаю перчатки, ты... Нов, новую, новую, новую фразу этот подсек. Знаешь, как Я умываю руки, да? Я снимаю Очень перчатки. Аромат обалденный просто. Ты не хочешь поддержать? Спич. Mm. Я придумал новую фразу, ты, ты ее игнорируешь. Такой аромат, там кому-то кому интересно. Нет, тема интересна аромат. Кому интересен, интересен он... перчатке, фразу можно пожалуйста. передать, аромат нельзя передать телезрителю. Mm. Поэтому, э, поверь мне, вот сахарная пудра у меня здесь э, может пригодиться. Да, пожалуйста. А куда ее высыпать? Давайте я вам что-нибудь дам. Да дайте мне какую-нибудь миску. А вот вот так. Что это такое? Это, это миска? специальные углубители. Вы, ты чё, ты углубитель? Ты себя слышишь, порой: углубитель. Углубители для, с одной я с вот. стороны, солинка, а с другой стороны. Солилка, 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 углубитель. Как набирают интересно на телевидении ведущих? А по каким никак принципам? вообще. Никак. Вот просто никого. я зашел, вот никак. проходил, мне как... пацан. Нет, как придется... вы попали сюда всем известно. Понимаешь, просто никто не хотел к тебе идти. Сюда. С помощью ну, роли, с помощью людей роли... на улице просто знаешь, давали флаеры, твои фотографии только показывали, все, понимаешь, запускали, обещали гонорары бешеные. Ну прекращай, прекращай. Это обязательно надо услышать. Прекращай, что надо услышать? Вот это. Ты сейчас, давай Иначе так, не что станешь поваром. А, сейчас не услышишь, не станешь поваром. А, да. Что делаешь? Я сейчас активизирую. Допустим, мне нужно, мне не нравится. Вот мне, например, нравится, когда попадают Мне тоже в, Вот такие, да, да? Я знаю, поэтому наши вкусы, поэтому да. не стал сильно давить. Но некоторые может быть, ну не нравится, чтобы что что-то попадало, угу. да? Поэтому размять ее и все, и угу. будет порошочек у тебя такой. Это ступка у тебя такая. Я не летаю в ней, понимаешь, вот ступка. Вот, а, неважно. Опа. Перечный соус так. зеленого перца. Мы капаем по одной капле. Mm -hmm. Остроту-то мы должны. По, одной, вниз. А сам по три, по две. Но здесь две маленьких, понимаешь, или одну большую. Вот так вот. Mm -hmm. Здесь так удобно, бутылочка устроена. Вот, не промажешь. Ну вот. Э, э, в простонародие называется табаска. Mm -hmm. Уже как: Именно рицательная. Как нарицательно. Так, выкладываем моцареллу. Слушай, в принципе, как бутерброд. Очень легко. Ну, бутерброд не бутерброд. Я вот в рамках передачи чего-то что... здесь, знаешь, размахнулся, скажем. Это ну, это вот... для меня. Нет, это для вас даже, знаешь, как-то, когда много, тоже плохо. Слушай, а Поэтому все очень вот просто. Так Я тебя спрошу Я только прижму, когда один и... вопрос. Ну. Задам тебе, как выбирать мидии? магазине вот как понять что миди вот это вот вареное мороженое она хорошая Дим, как? а почему ты доверяешь какому-то как надо доверять бренду бренду то есть, да то есть ты э, скажем ну во первых я определяюсь по ценовой категории угу. то есть по дороге я не получше, беру побогаче? я смотрю цену вот, например есть там есть, цена там 10 единиц угу. есть цена пытаются тебе продать за 5 единиц угу. вот Я беру что-то такое 750 то есть я понимаю что эти хотят меня да -да -да. решить средства к существованию а эти значит они хотят мне втулить что-то такое что вообще угу. не нужно вот может быть просто те кто внизу уже поняли что нанюка завысить тогда будут брать. Нет, они поняли, что меня уже не объегорить точно, понимаешь, я, когда меня уже в магазины продуктовые... То есть вали... таких вот ты по пакету Не обращаешь внимания не... даже... Ты по пакету вот не обращаешь не никогда. А? Ты по пакету просто не определишь, по виду мидии. Нет, я запоминаю, пакет. А по виду мидии Нереально определить. Ну, надо по запаху, по виду, конечно, после того, как ты в магазине по виду мидии... Нельзя. Ты не определишь. Как ты определишь? А если чтобы они лежат, лежат можно, знаешь, что, что, бывает что в пакетах лежат медии. Но no. главное, чтобы на них было помечено льда. Вот если ты uh -huh. берешь в uh -huh. руку, чтобы вот лед он не должен. Что ты за мной как-то Я yeah, сразу like слежу 200 градусов. А, следишь ты. Вот видишь, они. То, что мы с тобой говорили. Uh -huh. Сыр, и она начинает ездить. Uh -huh. Надо аккуратно. Ну, вот они да. сейчас будут, пока мы с тобой делаем Температура рагу. Температура 200 градусов. Я поменьше сделаю 150. даже. Вот, 180, 180. чтобы спокойно жить. Гриль, гриль. Все. Вот это верхний гриль. Сверхний, да, вот сейчас гриль. сверху на, у нас на наши uh -huh. мидии, uh -huh. они uh -huh. спокойно uh -huh. совершенно запекутся. Ну, вот теперь пришло дело к рагу, правильно я понимаю? Сыр лучше хранить, мы знаем. Сколько Моцарелла? по времени они там Сыр. примерно должны быть? Обратно, да, в эту жутку? Ну, хранить так моцареллу. И не ну недолго тоже. Угу. Что ты говоришь? Сколько по времени, по времени они там будут? Уносить? А какая температура? 180. А какой толщины сыр вы отрезали? О, твой сыр. Вот эти. А медиа. мой сыр. Вот, это, не зам... вот эти. Вот эти. Медиа. Дим, а... как определить? Определить. Сыр вот подойти вот так вот, uh -huh. посмотреть, когда сыр расплавился, появилась такая легкая корочка, uh -huh. они готовы. Видите, uh -huh. вареное мороженое. Что там? Они уже готовы. То есть мы определяем по сыру. Это подсказывать все-таки. Не вообще все молчали, все голос. уснули уже давно. Внутренний голос. Тут сразу расскажем про какие ингредиенты ты приготовил для нашего рагу Томаты. из Томаты, у нас рагу томатная паста, э, вот приправа песто будет, так, э, свежий базилик обязательно mm -hmm. пойдет в рагу, mm -hmm. потому что помидоры, свежий базилик, дружба навек, да там у нас пары мы знаем эти пары, вот хотя я знаю трио, я тут вам как-то говорил, ну-ка проверим, что как он слушает меня сейчас. Дима, Слушай, у тебя назовите значит... мне, пожалуйста, наше трио, мексиканское, я подсказываю. Мексиканское трио. Э, вот помидоры, базилик, э, там утка, апельсины, э, там бам-бам-бам-бам-бам. Э, ну вот, пожалуйста, помидоры, да, помидоры, базилик, как говорил уже. Ну, неважно. Э, Что назвать-то тебе? Рыба-лимон. А это пары, это дуэты, да? Да. А трио, вы мне можете сказать? Я недавно вам говорил, и я хочу посмотреть на ваше, как вы запоминаете то, что я вам говорю. Ну вот, трио, мексиканское. Это какие продукты? Мексиканское трио. Продукты это мучачес. Мучачес. Вот, а посмотрите на мучачеса. соль, текила, лимон. И женщина, ясно лимон, кориандр или кинза, да uh -huh. и лайм, uh -huh. значит, мы сейчас с тобой нагреваем здесь нашу емкость, где мы будем готовить наши меди. Емкость. И вот сейчас, смотри, Дим, рука да. тянется к оливковому маслу. Так. Но вторая рука отнимает ее. И у нас есть прекрасное масло помидорное, на котором mm -hmm. мы можем вот эти mm -hmm. вот приемы. Ради этих приемов я тоже прихожу сюда и э... я думал, ты приходишь сюда ради меня. Вот уж ради кого вот вы себе не льстите, Дмитрий Николаевич? Но вот ради кого бы я сюда не пришел? Не это только ради ради, ради вас бы я не пришел сюда. Вот. А вот э, это горько. Ну как бы не было, зато правда. Вот. Ты а, а, меня. На самом деле мне просто нравится открывать секреты. Вот. Но я вас еще не просек, вы еще я не понял. Вы все время вот это вот от чистого сердца. Так удивленно говорите, что он делает! Абсолютно. Вот это... да? Я а? никогда не обманываю никого. Никогда, я всегда честно вру. У него ножки крестиком, понимаете? Вот. И. Ну, покажи все пальцы. Покажи, что ты не крестики Я же говорю, крестиков. я всегда честно вру. А, честно вру, вот я. Видите, самое главное, я, как всегда, прослушал. Честно, он врет, оказывается. Не, на самом деле интересно, потому Но что ты... я бы. Я бы, Дим, я бы вы... знаешь, как вот многие у всех стереотипы, Балаханов, он вот все лишнее убирает. И я бы, вот если бы я бы представил, что. Да, я, 24, я 24 бала... ингредиента в рецепте, да. я лишнее убираю. Я, нет, я тебе объясню сейчас. Я Балаханов, я подумал бы. Я, естественно, это масло вылью, оно лишнее. Здесь нужны только помидоры. Понимаешь? А ты сейчас продемонстрировал замечательно. Чего, чего ты там. Так, подожди, помидоры ты пошли. Что можешь пошли делать, и помидоры, говорить, я это. Помидоры пошли первыми, да? Ну помидоры, да, я их обжариваю помидоры. Все их обжариваю помидоры. Потому что это много для такого количества. Так Закидываю это получается туда чеснок? Так, это получается у нас все-таки блюдо готовим, какое? Готовим, готовим. Интересно мне. Слышишь? Закидываем туда чуть-чуть. Тоже Средиземноморских трав я кину. Mm -hmm. Я туда кину кетчуп. О, э, табаско. Кетчуп тоже положу. Табаско подкопченый немножко. Подкопченый? Да, вот я использую такой. Затем я кладу туда кетчуп. Наконец-то. На, на всякий случай тебе. Ну, вообще, теперь нам не страшны вурдалаки. Прикольно. Сделай себе бусы. Просто целую армию, армию тьмы мы остановим таким количеством чеснока. Слушай, ну вот подходит уже все. И ты был прав по поводу сыра, потому что вот какой-то сыр он уже... Рассмотрел. Балансировал, да. Закидываем туда на маты. Иди посмотри. Дима, здесь вот, кстати, они обещают, что они будут без кожуры, но здесь попадается кожура. Я тебе доверяю. Убрать всю кожуру, Странно, да? Странно, что ты не отсюда смотришь, потому что зрение у тебя по помешает. Там надо что-то делать, мне кажется, нет? Тут э, все в порядке. Сейчас э, они подпекутся. Слушай, получается, значит, помидоры, помидоры, помидоры. Да помидоры овощи вот мы сейчас такую делаем и получается в принципе в принципе получается миди с помидорами давай-ка мы совсем тут у тебя что-то ты с халявничал скажем не я просто раскрутил так так слушай ну, в принципе вариации зачем тут туда кости бросил не кости а створки и это песта перемешаем и песто. Почему некоторые говорят, из кедровых орешков песто делается? Мне тут сказал человек. Я говорю, из каких? Из кедровых. Она делается да, из да. кедровых. Uh -huh. Только оказывается, ливанский кедр разительно отличается от сибирского, а у нас, к сожалению, продаются орешки только сибирского кедра. И соответственно песто, которое приготовлено нашими поварами из наших сибирских орешков, явно отличается от того песта, который mm -hmm. итальянцы готовят из ливанского кедра. Там с другие шишки, Слушай, другой э я был, я посмотрел, это совершенно другое все. Ты другой за продукт. разговором все равно уводишь нас в совершенно непонятной пропорции. Как ты это все определяешь? Сколько надо помидоров, сколько надо песта? Все я это... 26 лет Островлю. готовлю, я занимаюсь кулинарией 26 лет вместе с институтом. А залез я в 12 лет к бабушке на табурет. Ну, расскажи нам, которые не готовят 26 лет. Надо готовить 26 лет. <с, <с, Нет, на самом деле все просто, Дим. Я вижу уже невооруженным глазом. Если кого-то интересуют пропорции, да, да, да. чтобы сейчас, уважаемые зрители, я клянусь торжественно, обещаю там, на... Библию, руку на ведущего, вот, что все рецепты и вот сколько чего у меня это четко проработано вы на сайте можете это нашим посмотреть, зайдите на наш сайт я думаю, что вы увидите все вот эти вот сколько он положил, чего он положил, там все сделано на одну порцию. Вот я это хотел вам сказать, вот, чтобы не тратить время на вот эти записи. Mm -hmm. пока так, ты пошел передача, в это у нас передача, это, это же красиво, танце. когда да. передачи не надо записывать, надо смотреть. Так. базилик пошел, травушка, да? Угу. И мидии-то готовы, они уже варено-мороженые, то есть их нельзя переписывать. Пере, 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 в самом передать. финале, да? Мы сейчас, да. Мы сейчас еще протушим вот это наше все. Так вот, хотел сказать маленький, знаешь, как мы всегда говорим про а, ошибки ага. а, в рецепте, какие ошибки могут ожидать нашего а, зрителя, кто решится пойти на мидии. Угу. Вот. А, дрогнула рука, пере, бульона перелил. Ничего страшного. Он выпарится, да? Он выпарится. Я так, еще хочу вот сделать. Еще так. Да. Вот можно еще. Розовый смотри, перец. Наш сыр, наш сыр уже запекся. Я сейчас, чтобы красиво было, чтобы прилип сверху розовый перец. И розовый в принципе, перец. да, розовый перец. И в принципе мы розовый перец. И скидываем температуру. Все. Розовый перец. Да, он меня смотрит описано. в окно розовый перец. Это вот. у нас паприка. Паприка. То и есть причем для еще цвета. И для, да? для цвета. Для цвета. Я. Шо, ну и так же красно. Куда еще? Ну а, ничего страшного. А вот мне бы еще остринки Вот смотри. Остринки бы сюда. А там же мы кетчуп с тобой, этот э, табаско я, М -м -м. копченый. Потому Ты что пробовал его вообще? Вот так. Я не, не пробовал. Попроб... Сейчас как духи себе нанес. Но я так и пробуют все. <bacteria> вот. Так пробую все. Вот так <concrete> вот можно сейчас сделать? Ну, конечно. И сожри вместе с рукой. Вот. Да-да-да-да-да. Yeah, вкусно. Да. Yeah. Yeah. Смотри, что мы сейчас сделаем. Мы возьмем: можно водой, а можно бульоном. Да, холодный. Да. да я да. беру, выбираю бульон. Зачем мне вода? А что ты сейчас там. будешь делать? Ты а я специально добавил побольше бульона. Помнишь, мы говорили о том, что ну, рагу там Чуть-чуть да, да. жидковато. Угу, угу. И нету вот этой вот приятной густины угу. такой. Вот. Поэтому я беру. немножко химии ты решил, какая это решился. Какая химия? Это кукурузный крахмал. Это э, что здесь нет химии? Это вообще, то есть это э, в школу не ходи. Какое, какая химия? То есть э, мы смешали, значит, рыбный, э, бульон, рыбный бульон с крахмалом кукурузным. С кра кукурузным крахмалом. Значит, э, крахмалом надо научиться работать, потому что если вы вдруг перельете, хана, то есть он ну, наша рагу встанет. Ну, да, я Только понимаю, молчать. Что... Гусары молчать. Я ничего не говорю. Вот. Подготовили. И в конце, в самом конце, мы кидаем наши ага. мидии. Готовые мидии, в принципе, мы мужики. Готовые мидии мы уже а кидаем прямо покажу. вместе с этими. вот. И все это вместе ты переворачиваешь. а я пойду сюда смотреть. Вот То есть вот... тут вам все готово. А я уже выключил эту. Ты можешь Может, забрать. Я открою даже, ты можешь да? а, притащить уже. Давай, да. конечно. Я доверю тебе. А ну-ка, на что на деревяху буду ставить? На да. деревяху, деревяха. С его сленг я до сих пор не могу понять его сленг. А! А! Ну что там? А ну почему что? ты забрал? Почему? Как? Потому что? А ты что, написал, что это твое? Я сказал, деревяха. Я уже забрал эту деревяху. На. Ставь. Теперь... Теперь аккуратненько. Ложечкой и что-нибудь мне. Самое нужно. главное, выкладка, выкладка. А я прямо оттуда потом попробую. У меня кое-что есть дополнение. Вот сахарная пудра. Вот я считаю, что нужно вот столько. Куда еще сюда сахарная? Ну, мне да. кажется, она ничего не изменит. Она а изменит. Что она даст. Она даст балансированность, Дима. Я с тобой заговорился. И я еще сюда дам кусочек маслица. Он объединит вкусы. Ну, горячее. Такая крахмалы масло. Подожди, давай так. Крахмал делает свое дело, то есть он так. дает нам приятную гущину блюда. Угу. Масло объединяет вкусы, его немного, но оно объединит все вкусы, которые мы же туда положили столько ого-го всего. Да, да, Ну-ка Давай, мы туда положили э, три, мне, вида мидии. три вида мидий, три вида миди различных, значит, новозеландские, бушо э, и, э, и обыкновенные миди. Дальше разные э, томаты, томаты значит вяленые, томаты в собственном соку, кетчуп со приправа песто базилик далее рыбный бульон правильно давай, ну и, давай, в принципе давай. все давай, давай я все перечислил ну и потом уже все это объединяли базилик Макармалок, кукурузный я сказал про базилик чеснок да чесночок еще был да чесночок сказал все сказал да. да ну вот я наполняю нашу рыбку вот это просто я хочу показать что вот я нашел керамическая рыба называется блюдо вот. Не фаршированная керамическая рыба Это А прекрасно выбранное блюдо рыбу. Ты даже не представляешь Насколько функционально Она не только красивая, она еще и функциональная Прекрасная рыба Она Нет, правда, мне очень нравится Я, ну, я так немножко пошалил Ты пошалил ну что ж, тебе это удалось. А yep. теперь смотри функциональность этого блюда. Так, смотрим. Я имею в виду блюдо Сейчас рыбы. Она как трансформер. Не блюдо. Нет, вот, смотри, у нее вот здесь вот рот, а у нее вот так вот кладется это вот так вот. А -а -а. Понимаешь? Что а -а -а. Она поддерживает, чтобы человеку можно было, допустим, на стол подают, за на стол подают, рыба. он берет он Керамическую функциональный, рыбу пилу А за хвост обычно берут. Mm. То есть, Пусть когда классно, человек может да. взять, и здесь лежит лоб. Потому что, это, кто делал эту рыбу, они думали о том, кто а будет. А можно есть. еще, знаешь, так целоваться с ней. Дим, давай. Ты тарелку свою. Потом, да, туда. Слышишь, my friend. А мне, знаешь что? Я думаю, что мне надо все это сделать. Давай. Отдельно положим вот эти красивые мидии. Мне. Какие красивые. Ну, на тарелочку запеченная, а это я прямо оттуда попробую. Я привыкший человек уже из от походных условий. Никогда. Наверное, никто, как я, так не питается в походных условиях такой вкусной пищей. Класс. Ну, вот так вот я сделаю. Ну, давай. Ну, давай. дай. Самое главное. Даю. А, я еще... Есть какое-то напутствие главное? Вот у тебя, кстати, там еще дал. Прощай. А лайм ты еще, кстати, да. Вот я как раз и занялся этим. давай, пока, ты там, Подожди, не надо ждать. Ты выкладывай, Дим, передача идет. Куда выкладываю? Я... я пока подготавливаю одно, ты пробуешь. Потом Нее. мы за... туда идем, заканчиваем. Это отдельно, это люди ждут как этого. Какой события, Ды... понимаешь? Слушай, это ты передачи... себе в... замнил, пробую... что они ждут. Никто этого не ждет. Ты задай вопрос, понимаешь? Мне и говорят, что, говорит, мы, говорит, запарились ждать этого парня, который на тебе, вот, который там что-то возомнил себе, что все ждут, когда ведущий попробует. Это, же, знаешь, такой бред сказать. Все ждут, когда ведущий попробует. Да никто не ждет. Все уже поняли все. Некоторые люди даже пошли уже готовить, понимаешь? Никому не интересно твои там, охи и вздохи. Вот, смотри, я внимательно выслушал все, что ты сказал. Теперь я скажу так, что никто не пойдет готовить, пока, пока, ты не пока я не попробую. Потому ага. что я, как говорится, знаешь, это цензура. Ты, я как либо пропускаю, человек, да, либо они, не пропускаю. Я тебе скажу даже больше. Они, а, они смотрят, когда ты пробуешь, так. потом дожидаются другой передачи. Если ты на ней есть, они идут готовить. Если ты умер, то никто ничего не идет никуда готовить. Ага, ты уже решил немножко Я думаю, что как это да? будет. А, я думаю, видишь? как удобно человеку на будет. На хвостик. На хвостик. Не, ну он уже будет браться потом. Ну Вайка конечно, будет тогда испачкаем. Ну, на вынуть ложку, например. Да. И вот так вот сюда. Да, Можно, вот. да. Можно так вот. Можно. Хорошо, по-моему. Мне Очень кажется, хорошо. ну что-то не хватает, что-то вот не, не по-балахановски заканчиваем. Чего-то не хватает. Конечно, без пинцета никуда. Может быть, без пинцета используем Дим, еще. Дим, ты будешь еще кушать или нет, не я будешь? будешь даже... кушаю, а все сделаешь. уже готово. Я хочу, чтобы ты закончил с украшением, чтобы ты стоял и как ты обычно делаешь, и ждешь моей реакции, понимаешь? Чего на я сделаю. это блюдо. Дим, давай не в это, не, не в еде, это. Давай кушай, да, давай, окончать передачу. А это на подальше, это лучше. Угу. Так. Ну, вот и все. Слушай, а ты вот не боишься? Ты каждый раз же готовишь потрясающие вещи, очень вкусные, да? Ты Потрясающе, не боишься, что... потому что я <свят> как я поел ты, вот... ты, у меня лихорадка. Ты оттрясло. не боишься, что вот ты меня как бы насытишь этим всем? И я вот уже к блюдо блюдо уже отнесусь к нему как-то, ну и что, и что, мидии, подумаешь, запеченные мидии, рагу из разных видов мидий ты будешь трепаться или есть. Не боишься этого? Ну, не надо на меня вилку вот так делать. <с three> <с three> <это> с... Меди... Ты злой. Да. Я справедливый. Суровый, но справедливый. Да. Есть разное слово. Есть слово жестокий, а есть справедливый. Справедливый. Рагу очень хорошая. А мидии, они. Тебе не нужно. Знаешь, как это, отделять. Я уже. Прямо они уже отделены. Да, ты просто берешь и вперед. Mm. Ну дай мне попробовать тоже. Mm. 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 Мне так надо было сделать. Ага! Oh, ну, well. mm -hmm. ты же знаешь. <м commitment> mm. я не мог не воспользоваться. Это очень да -да. вкусно. Я бы даже сюда добавил макарошек. 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 Ну, вам соль останется, не? Если что, можно солью вот еще. Потрясающее блюдо, очень тонкое, очень деликатное. Отвратительно вкусное. Вот. Отвратительно. Отвратительно вкусное, ужасающее. Вот это. Невозможное аппетитное блюдо. Кушайте дома, покупайте керамические рыбки. Почти реклама была или нет? Слушай, Дим, бред несешь. Друзья мои, мы рады были вас видеть. Спасибо за ваше терпение. Всего доброго. Пока.